Ребята, всем привет! Новый день, новый влог. И мы его начинаем в цветочном парке. Смотрите, какое чудо. Я здесь уже была однажды. Сколько билет один стоит? 224, ну, в районе 28-30 долларов. Но это, кстати, интересно, сколько сейчас в кассе надо посмотреть. Тут, короче, большой парк из цветов. Ну, знаешь, когда я здесь была, тут музычка классно играла. Что-то музычки нету. Ну что, мам? Ой, так красиво. А петуньки. А вот тебе какие? Такое на дачу, да, надо? Петуньки, они же... Смотри. Это в России, у нас петуньки. Ничего. Петуньки. Быстро. Красиво, да? А можно фотки сделать здесь так красиво? Ой. Да, конечно. Можно. Продолжаем гулять. Тут как-то вообще по-другому было. Музычка какая-то клевая играла. Так, мы съели по мороженому, здесь пофоткались. Анютка все еще спит. Я почему расстраиваюсь? Потому что, мне кажется, этот парк специально для таких сладких анюток. Что ей будет прикольно посмотреть на всякие необычные фигуры. В итоге мы уже половину парка, если не больше, обошли, а она все дрыхнет и дрыхнет. Зато какой свежий воздух здесь. Тут есть батуты. Какие-то штуки-дрюки. О, батыкони. Как красиво. Привет, ребята. Вот такая вот черепаха на связи. Мы сейчас собираемся на завтрак. А ты что смотришь, маленький другой черепаха? Классная шляпка у мамы. А, ой, на какой завтрак? Все. Девки, мы уже были на завтраке, мы собираемся на бассейн. Хотела сказать, на пляж, но нет. Сегодня будет у нас фотосессия, приедет фотограф в отель и стилист. О, давай вот эту шляпу возьмем. Устроим лютый фотосессион. А вчера был такой сумасшедший день. Мы погнали к Бурдж-Халифе, к этой... Красотки такой, статной, высокой. Бежали туда, бежали, уже приехали, уже начало темнеть. Мы не знали, как подобраться там к более хорошей проходной смотровой. Все, девки, отдых головного мозга. Вот, в итоге побежали через ТЦ Дубай Молл, он огромный. Мы хотели еще забежать там в супермаркет и купить бохала, потому что здесь с этим так туго. В итоге мы пробежали весь ТЦ, все устали, у всех ужасно болели ноги. Нашли! Мы нашли этот самый продуктовый. Мне кажется, 40 минут мы бежали до этого продуктового. Мы бежали, чтобы потом еще успеть посмотреть фонтаны. Ну, короче, нихера мы не успели, и бухла там не оказалось. Вот такой вот папандополус. Поэтому у нас просто приключения продолжаются. Ну а что, мы хотим отдыхать. Я в шляпе и в очках не вижу. Ой. А, окей. Да, окей. Да ладно, все. Ну ладно, давай. LG. Thank you. А что у меня там остановилось, девки? Бежали. Везде опоздали. Фонтаны не посмотрели. Они закончились. Потом этот алкоголя не оказалось. Короче, позже к вам вернусь. Ну что такая злая? Ух ты! Два дня подряд Анюта сама ночью засыпает. Вчера ночью она вообще на слабо легла и уснула, представляете? Это было супер мило. Да, зай, скажи милашество. Скажи супер-пупер мило. Супер-пупер. Она очень милый малыш. Вот, и знаете, у нас очень милый малыш. Очень нежная девочка. Не, это улет, когда не надо ребенка по 3 часа укладывать, качать. Просто положила, малыш покрутился, 5 минут и все, спит. Так вот, что мы в итоге вчера? Все уставшие, натертые ноги, зато успели на ужин. Ура! И... Короче, сегодня у нас будет фотосессия, приедет фотограф в отель. Вот, и стилист привезет какие-то луки где-то в 4 часа дня. И мы планируем устроить лютый фотосессион. Тут есть очень красивый, не на территории отеля, а просто
типа, рядом с отелем гуляешь, очень красивые локации, там какие-то бары, рестораны, и там прям, ну, красиво так, знаете, инстаграмно. Я пока не чувствую, что мне жарко абсолютно. Ребенка помазали, себя помазали. Короче, тут же есть несколько бассейнов, зон. И вот эта зона, куда мы сейчас пришли, она как бы для детей, родителей. И тут много детей. Тут шумно, потому что все орут, плачут. Но та зона кайфовая, где тихо и более как-то, знаете, для взрослых, что ли. Ну, такое прям там красиво. Сейчас вам тоже покажу, сходим туда. Там нет детей, туда не пускают с детьми, наверное, чтобы была тишина. Тишина. Анють! Она спит. Анютя! Анють! Реально спит? Аня! Ань! Она его не прогрызет? Может, на солнышке она это приморилась. Я бы тоже тут уснул, кайфовал. А что, хорошо? Качает. Ай. Да, походу спит. Жопа. Давай забирай. Смотрите, какой классный рок. Или что, с собой лучше взять? Или пойдем уже сразу? Нет, давай с собой. Да, конечно, с собой. Смотри, есть вот эти и вот эти. Но мне кажется, вот эти. Да, вот это вообще бомба, да? Они все так. Еще с этими бусиками. Сейчас. Мне нравится. Ну, надо коктейль, может, какой купить? Вторую. Да. Не хватает Ольга, что-то. Не сидишь? Мочечка. Да, да, да. Какой-нибудь яркий. Я думаю, перчатки сюда лишние уже будет. Да. Давай оставим это еще. Или еще знаешь, что? Да. Сейчас ближе секунду. Или еще знаешь, что думаю? Мне кажется, красиво. А не перебор? Ну, мне не перебор. Сейчас много чего делаю. Ну, если тебе не нравится, ну, как будто немножко, хотя вот тут тоже есть такое, так, да? Все есть. Ребята, закончилась фотосессия, очень быстро торопились, потому что мы прям фотографировались буквально на закате. Вот, Анютку мучают зубы, мы ей уже нурофен дали сегодня снова, потому что это просто трэш, бедный малыш. Дочек, ветер лютый просто. Это все из-за этих искусственных дождей. Я поболтала с Настей, которая фотограф. Она сказала, что это специально они, ну, в Арабских Эмиратах научились делать искусственные дожди, чтобы здесь летом тоже был сезон. Потому что на самом деле сезон сейчас, ну, честно, бывает, ну, реально прям прохладно. И все из-за того, что они вот эти вот дожди придумали. То есть один раз включили дождик, вот в Славе на день рождения, и считай, блин, уже несколько дней бывает такое, что прям, ну, прохладно. Короче, грустненько. Классно пофоткались, сняли 3 лука. Вот, я прям вообще очень довольна. Посмотрим, конечно, что там за фотки получились, но я думаю, что классно. Вот. Со Славой тоже сделали фотки на закате. Я прям довольна и хочу увидеть фоточки, знаете, такая, как будто немножко расслабиться, типа, ну все, можно оставшееся время в поездке больше отдыхать, а не стараться делать какой-то контент. Но все равно, конечно, будем фоткаться. Вот, с Анюткой, кстати, не фоткались сейчас, то, что вот фотограф приезжала. Такая вот набережная. Такая вот Анюточка. Да, тепло одели Аню, потому что ветер. Реально сильный ветер. Хотя Слава голенький, как будто бы. Мне свежо. Мы так похихикали, что у него лук, как у Эйс Вентуры из-за вот этого фильма, где он с животными. Еще он в очках дома был, и было вообще супер. Привет, ребята, новый день. Сегодня вообще что, 14 число. 12 часов дня. Мы только выходим купаться. Вот такой вот дружной компании. Блин. Анютка. Возьми свой пьет в кукурузе. Короче, вчера у нас был шопинг. Ходили в ТЦ. Закупились модными костюмами. Классно, подусили, да, Анють? Блин, а мы не брали шили для этой камеры? Нет. Может, он в сумочке есть? Не, он есть. Я сумку брала.
Вот, сейчас идем купаться. Хочу в этом влоге вам показать и рассказать, что нам пригодилось в поездке с ребенком, а что нет. Такой нагревок смешной. Мы вчера просто ходили на шопинг, потратили много денежат. Причем мы все ходили. Все нашей семьей. А еще позавчера наши родители ходили в ТЦ, нашли там магазин с алкоголем. Закупились алкоголем, и мы теперь на ужинах вообще даже ничего не заказываем. И теперь мы на ужине пьем наше. Потому что, типа, знаете, в магазине там бутылка, не знаю, вина стоит, грубо говоря, 60-70 дирхам, а здесь бокал столько стоит, прикиньте. И одно дело, когда ты там один бокальчик, два заказываешь, а когда тебе, типа, 8 человек, ну, понятно, что у нас не все пьют, например. Но я вот тоже пью, допустим. Хорошо, малыш, что здесь? Ну что, какой выбираешь? Клубнички или красные? Клубнички. Такие вот трусики купили ей для купания в Эйчике. 9-12. Ну, они прям такие, типа, впритык. Понятно, что они тянутся. Ай, ты мой хорошенький. А еще вот такую игрушку вчера купили. Просто, чтобы что-то новенькое Нютке дать, потому что она, конечно, так быстро вообще надоедает ей все. Ня? Ня? Вот такой вот кругляшочек нам занимают родители, пока мы выходим. Я забыла очки в номере и круг для купания Анютки. Слава пошел со всеми этими штуками. Хотя Аня купается в бассейне с этим кругом, вот мне кажется, минут 5. Даже меньше. Минут 3 она купается, потом она вырубается спать. Мы уже совсем скоро улетаем. Мне не верится, что 10 дней так быстро прошли. Мы только на 10 дней сюда прилетели. Фотосессия у нас прошла. Я просто вспоминаю, на чем я там с вами остановилась. Я просто в какой-то день решила не снимать влог. Мы планируем сегодня поехать в старый город. А, вообще мы еще хотели покататься на яхте какой-нибудь. А завтра мы планируем в аквапарк, который находится в Атлантисе. Вчера мы гуляли вечером, пошли в другую сторону, куда мы еще не ходили, и открыли для себя просто нереально красивую локацию. Там видим катеры, яхты частные, не знаю, стоят. Очень-очень красиво, и я прям мечтаю туда пойти пофоткаться. У меня есть красивое платье такое секси, бордовое такое, как вино. Вот, я бы хотела в нем там пофоткаться, и хотела бы, чтобы у меня была прическа тоже подходящая. Хотя можно и с пучком, но мне бы хотелось, конечно, волосы накрутить, что-нибудь такое придумать. А по поводу того, что нам пригодилось с ребенком, или даже, не знаю, проще сказать, что не пригодилось. Я с собой сюда притащила ее трусики, подгузники, и нам их хватает. Да. Нам их хватает, обязательно ночные взяла тоже, как в Москве, мы тоже ночными пользуемся, очень удобно. Я взяла с собой агушер, кисломолочная смесь. Там есть даже горка, где можно вдвоем, типа, сесть, ну, я так понял, на разные эти. И кто быстрее поедет? Да, и в конце, типа, есть табло, которое считает, кто быстрее приедет. Ну, ты будешь быстрее, кто жирнее, тот быстрее. Шучу, шучу. Но так и будет. Мы купаемся буквально один раз в день. Типа, знаете, окунулись, покупались, полежали, чуть-чуть высохли и уже уходим. Потому что где-то в 3, ну да, даже в 2, мне кажется, в 2, в 3 мы уже уходим с пляжа, так сказать. На море мы вообще не ходим, потому что там холодно, но можно было бы прогуляться. Почему? Я один раз окунулся. Не, я тоже окунулась, вот как раз то, что вы видели, и все. Вот, я еще взяла, получается, агуши с собой сюда в поездку. И это оказалось прям супер-пупер класс. Мы их привезли в специальных пакетах для заморозки с аккумулятором для заморозки. Штук 20, мне кажется, привезли. Как бы рассчитывали на 10 дней, что это 2 в день, например, можно будет Ане дать. Это очень выручило в том плане, что я могу пить вино. И где-то, например, вот когда мы ходили в цветочный парк, я тоже брала с собой агушу и кормила ее там этой агушей. Смесью, короче, а не грудью. Это удобно, конечно. Когда мы где-то гуляем, у нас время идет, знаете, хочется все как можно быстрее посмотреть, увидеть. Не хочется тратить время на то, чтобы найти комнату мамы ребенка. Ну, не, ну можно, конечно, присесть, накрыться каким-то платочком, покормить ребенка, но все равно комфортнее, ну и удобнее дать просто ребеночку бутылку со смесью, которую он любит, и все.
Зачем ты это грызешь? Вон, надувай давай свою грубо. Я влог снимаю, если что. Нет, ты можешь заходить. А мы только что были на фотосессии. Где? Там с яхтами? Там, в той стороне, что ли, были? Покажи, может, мы тоже пойдем? Прикольно. Потому что... Ну, мы там ходили, да. Мы нашли вчера. Смотрите, полотенце, вот вы вставали. Ой, из лекарств, что нам пригодилось, мы взяли с собой очень много всего. Нам педиатр написал список тоже. Слава богу, нам ничего не пригодилось. Надеюсь, не пригодится, кроме нурофена. Потому что у Ани зубы и этот рэп. Вот, они лезут, ползут, движутся. Я не знаю, что они там делают, но иногда это прям кошмар-кошмар. Вот, еще Анютка, конечно, здесь в этой поездке очень выросла, прям заметно выросла. И, ну, в смысле, не внешне, а уже, знаете, такая, типа, мозгами, короче. Вчера она вообще сидела в коляске, я ее не пристегнула. Что? Там самая экстремальная горка всего парка, прыжок в неизведанное называется. Это вертикальный спуск с высоты дома в 9 этажей. Я не буду прыгать. 9 этажей! Представляешь? У меня есть ребенок. Теперь моя жизнь еще ценнее и важнее. Так вот, пригодился нурофен. И не один раз. Обязательно, обязательно с собой берите промывалки носа. Вот эти вот с солью, типа Акламарис, или как они там называются. Потому что после всех общественных мест... Какой-то шмель огромный или кто это? После всех общественных мест это прям то, что нужно. Чтобы никаких микробов не было, бактериев. И сами себе мы тоже, кстати, промывали нос. Вот, ребенку обязательно. Ну, короче, на самом деле большой список того, что лучше взять с собой на всякий случай. Обязательно что-то для ушей. Лучше взять больше в плане аптечки, это 100%, чем что-то там потом в попыхах искать, не дай бог. Не забывайте делать страховку, мы тоже сделали обязательно. Что еще? Что мы взяли полезного для Нютки? Что нам пригодилось? Я же не знаю, что ты уже рассказала. Да ничего не успела толком рассказать. Ну, мы вот взяли свои трусики, пеленки, все вот это свое взяли, потому что мы планировали на место этих прибамбасов и на место Агуши положить потом новые шмотки какие-то, наши покупочки. Игрушек немного, кстати, взяли, и вот только одну здесь купили. Купальники тоже тут купили, еще я с собой взяла трусики для плавания, но мы ими ни разу не воспользовались, потому что нам хватило и купальников. Эй! Ну, панамку ребенку. Лучше всего, конечно, вот с ребенком, если закрытая штука для купания, но у нас такой нет, и мы такую не нашли. Зай, смотришь? Смотрю. Что еще, блин, что все с головы вылетело? Из обуви я взяла только одни кроссовки, в которых ехала, и одни шлепки. Все, больше ничего не брала. И я думала, что я здесь куплю себе кучу туфлей в Заре, там, знаете, таких. Ну, не брендовых, а просто туфли там для фотосессий потом использовать, для образов каких-то. В итоге нифига не купила, да и не хочу уже, если честно. Понятное дело. И Зара как-то вообще не впечатлила здесь. И Эйчик. Не, ну Эйчик... Мне вообще ни о чем. Просто как, вообще когда ни о чем. У тебя этого нет, ну вот в Москве мы жили, мне казалось, блин, такие классные вещи, H&M туда-сюда. Но на самом деле классные вещи в H&M только для ребенка. А для взрослых, ну, фуфлом. Хотя мы там кое-что купили. Кое-что, ну, типа футболки, маечки, такое вот. Но я не типа сказать, день. Что впечатлен, и мне хотелось все там купить вообще. Да нет, ну, типа обычные нет. Вещи какие-то. Я вот даже думаю, что тут такого, типа, вау, что вот... Ну, вот мы со Славой обсуждали тоже вчера. Я говорю, как же клево. Я купила себе в Сефаре от Fenty Beauty хайлайтер. Правда, не знаю, тот это или не тот, который я хотела сколько-то лет назад. Блеск для губ взяла от Clarins. Да и все, короче. Но я такая, типа, прикольная, заряженная была. Типа, ура, классно, я купила то, что хотела. Ну, потому что у нас этого в Москве не было. И я такая, типа, хотела этого сильно, но по сути, на самом деле, спокойно без этого жила. У меня отличный хайлайтер от Dior, который в Москве можно было тоже купить. Я вот думаю, что еще на такого? Как бриллиант светится, даже через очки. Мои вот эти бриллианты? Да, я, даже через очки они мне в глаза сияют. Вот такие мы с Анюткой бриллианты. Сладенькие. Да! Она болтает, веселится, жопа вам своим на моем телефоне сидит.
все как надо. Из одежды многое не пригодилось, многое не поносила Аня. Ну, мы еще, конечно, не уезжаем, но точно она уже не успеет это поносить. Я тут даже стирала кое-что. Пригодились теплые вещи для ребенка. Два пледа мы уже испачкали. У нас есть третий. А, пригодились муслиновые пеленочки очень. Ну, легкие вот такие, неодноразовые. Пойду помажусь. Давай, буквально парочка. Я из одежды не скажу, что многое не поносила. Я мало взяла и, в принципе, многое поносила. Какие-то вещи я брала для фотосессии, типа. Да. Печенюшки, короче, снеки для ребенка. Во! Что иногда прям надо. Вот Анютка такой болтушкой стала. Раньше, ну она вообще не болтушка у нас особо, в плане того, что она вот так вот не кричит никогда. Я думаю, из-за зубов может тоже. Хрен их знает этих детей. Только не убегают мамочки. Вот, думаю, что еще? Вот так вот для ребенка. Ну, бутылочки мы взяли, каши взяли, еще творожки взяли. Баночки типа фруктовые не брали, а тут кое-что купили, но Ане не очень понравились те, которые здесь были. Я с собой сюда привезла мерный стаканчик от вот этого Биаба, или как их бренд детский. Я в нем каши ей обычно делаю. Да. Ложечки взяла. Сейчас. Вот здесь такие стейки продают. Прикольно. Просто хлебцы, поняли? Вот такие вот хлебцы, которые малыш сидит и грызет. Список аптечки могу скинуть в Телеграм, то, что нам педиатр присылала. Вот. Мы все из этого купили, хотя кто-то... Хотя кто-то посмотрит, наверное, скажет, половина не надо, еще что-то. Ну, может быть, но, знаете, все равно, мало ли что. Мазь какая-то там, я забыла, как правильно называется, тоже мы ей пользовались в аэропорту. После, типа, паспортного контроля, после такси, пробрызгать нос, помазать мазью. Многие такого не делают, 100%. Просто идут с ребенком в общественные места, и все, и ничего. Но вот у меня, не то, что я какая-то, знаете, прям супер помешанная на том, чтобы, не дай бог, не заболеть. Но, как говорится, береженного Бог бережет, и лишний раз, не лишний раз, попшикать в нос, чтобы всякие там... Ну, блин, аэропорт — это просто для меня... Не знаю, скопление бактерий со всего мира. Ну, типа, знаете, так же, как Дубай-молл. Дубай-молл — это вообще... И там, мне кажется, еще больше всякой... Не пойми, чего летает в воздухе, чем в аэропорту. Потому что там просто все, абсолютно все ходят со всего мира. Люди чихают, сморкаются. Непонятно, что у кого там. Ну, короче, реально стрёмно. И я лично вот за то, чтобы потом домой прийти, пропшикать нос, помазать там, чем надо, тоже от всяких этих вирусников, и спать спокойно. Понятно, что если суждено, то заболеешь. Это мы все знаем. Я тоже такая вся переживаю, а хватает одного раза выйти, блин, просто мусор выкинуть в подъезде и можешь заболеть. Никогда не знаешь, как повернется судьба, но лишний раз промыть нос, я считаю, не лишним. А почему-то в аэропорту у нас не спросили свидетельство о рождении Ани. Мы удивились. Просто у нас было 3 паспорта с фамилией Басюл. Мы проходили вместе втроем, и у нас просто на паспортном контроле спросили, типа, это ваш ребенок? Мы такие, да, и все. Ну, типа, нормально. Ну, знаете, я вот помню, всегда спрашивали свидетельство о рождении. У нас, когда мы получили паспорт, загранпаспорт на Аню, еще поставили штамп на свидетельстве о рождении сзади про ее загранпаспорт, что у нее есть документ, ну, как бы, потому что свидетельство о рождении, это является ее паспортом, как бы, сейчас. Я была уверена, что 100% спросят, но нет, вообще не попросили, не спросили, пофиг абсолютно. Странно, но интересно. Мы с собой взяли все, даже свидетельство о браке на всякий случай. Я знаю, что оно как бы не надо, но, знаете, первый раз путешествовать с ребенком, не знаешь, что попросят, мало ли какая ситуация, лучше, чтобы было, я так тоже считаю. А так не знаю, что. Я на самом деле много не брала, никаких даже украшений не брала. Одну кепку взяла, 2 шляпки, 2 сумки взяла пляжные, в итоге хожу только с одной.
Ну, с другой, я думала больше фоткаться, но по сути самое удобное, конечно, вот особенно с коляской, когда есть ребенок, это сумка типа шопер, которую закинул туда все, смял и под коляску хоп. Вот у меня вот такая. Мне она очень нравится. Она как раз пляжная такая. Ну или под какой-то лук тоже прикольно будет. Вот такие панамки мы здесь уже купили в H&M, но в Москве тоже этого полно. На том же маркетплейсе любом. Короче, для меня самым главным вот оказалось то, что мы с собой взяли агушу для Ани. Еду, короче. Ань, ты готов? Ты готова? Это, короче, прям оказалось супер-пупер класс. У тебя есть что-нибудь такое, что оказалось класс, то, что да, ты с собой взял? Да, я набрал килограмм. Не класс. Не знаю, как с этим жить. Мне надо быстрее купаться и сбрасывать. Плыть, плыть, плыть. Тогда тебе надо вон туда, в этот залив. Да. Всю пальму оплыть. Все, переодеваем Анюточку в ее купальнике и идем купаться. Тики-тики-тики-тики-так-так-так. Тики-тики-тики-тики-так. Смотри, кушала она эту штучку. Куда бежишь, куда бежишь, куда бежишь, куда бежишь, куда бежишь, куда бежишь. Ребенок! Все, раздеваемся. Я тут успела поносить. А, я тут все купальники, которые привезла, успела поносить. Молокоотсос мне не пригодился. Но вчера я долго ее не кормила, потому что пила вино. И мне пришлось рукой, руками сцеживать одну грудь. Это был трэш. Это было в 7 утра, это было долго. Трэш. И я боялась, что я проснусь, а у меня просто каменная сиська, поэтому... Ну так что, ты клубнички выбрала? Папа, я тебе шарик надуваю. Опа! Опа! Ой, какой-то он супер надутый. Она не улетит? Куда? Все, ладно, мы пошли купаться. Анютка там спит. Слава в душе. Я уже в душе была. Мы сейчас собираемся в старый город. У нас тут, конечно, в номере срач. Но зато покажу, как есть. На самом деле, я каждый день убираюсь в номере. Помимо того, что здесь убираются, я еще сама каждый день все раскладываю на свои места. Ну, как бы, пока пришли, полотенце туда, сюда. У нас, кстати, сегодня еще не убирались в номере. Анютке меняем подгузники на кровати. Это стало супер сложно. Менять Ане трусики, подгузники стало супер сложно, потому что она постоянно крутится. Переворачиваем ее обратно на спину, она начинает орать. Ну, типа, знаете, ей не нравится вот так вот лежать, что-то там, ей надо уже куда-то спешить. Вся мать, короче, вся мать. Короче, так вот хожу просто, постоянно все убираю на свои места. Я сейчас накрасилась, голову помыла после бассейна. На 3 часа заказали такси. Поедем в старый город гулять. Вот. Думаю, где мне доснять рилс? Можно там, либо вообще лучше где-то на пляже, наверное. А завтра мы поедем, планируем поехать в аквапарк в Атлантис. Вот, волнительно, интересно. Я вообще вот думала, я с этой поездки думала сделать много влогов. В итоге так у меня не получается, потому что я, бывает, где-то забываю снимать, где-то не до камеры, ну, уже как бы на телефон что-то снимаю в сторис. Кстати, подпишитесь и на мой телеграм, подпишитесь. Вот, ну и, короче, где-то что-то забываю, но сейчас я понимаю, что мне столько всего вам чего есть еще рассказать, показать. Поставлю сейчас камеру, ее тоже поставить на зарядку, было бы неплохо. Несмотря на то, что у меня отпуск, мне все равно пишут по поводу работы. Короче, я сейчас придумаю, куда установить камеру и буду бегать, убираться. В быстренной съемке. Главное, чтобы Слава голый не вышел. Надо в другое место куда-нибудь поставить. Пришел сейчас официант, увидел Славу, такой «Hello, Sam!» Начал орать, мы ему типа «Суку, нюха!» Ребенок спит. Короче, принесли наш любимый клаб-сэндвич, меж язык заплетается, капучино себе заказал. Слава что-то ничего себе не заказал, ну, в смысле, попить. А вот это вообще одна порция, но мы ее на двоих съедаем, вот, вот так вот просто делим и вполне себе наедаемся на самом деле. Ну, смотри, капучино буду пить. Я вот прибралась. Ну, так сильно не скажешь. Собрала вещи. Вот это надо будет сейчас еще в ванну что-то отнести.
Ну, кровати уж я не буду заправлять. А то и так, блин, извините. Это мы тут на чай оставили. А то и так, извините, блин. Делаю работу тут за людей других. Я приехала отдыхать, вот их сама убираю. Так, ребят, нарядились мы. Я, кстати, на себя надела все новенькое. Вот такая вот маечка, рубашечка и вот такие классные штанцы. Анютка тоже сегодня нарядная. В классном костюмчике льняном. С бантиком. Погнали, зай. И с маминой еще сумочкой. Короче, мы нарядные. Мы вышли на улицу, тут довольно-таки ветрено. Наши родители поедут отдельно от нас, на другой машине. И какая-то за ними карета приехала. Давайте посмотрим. Ого! Нормально. Слава заказал две машины. Две таксишки. На одной поедут родители наши, а мы со Славой на другой. Как ощущения? Кайф. Кайф? Да, классно. Все классно. Ну давайте. Катайтесь на крутой тачке. Ну да. 4-5. Слава у нас организатор в этой поездке. А я просто мать. Просто красивая инстамать. Слава там объясняет, где чего как. На самом деле мы сами там ни разу не были, но я думаю, что точно все будет окей. Жалко, что в одну машину не поместимся. Ну, короче, прикол в том, что машина, которую нашел Слава, чтобы нас водитель возил, там на много человек, ну, типа 10 точно помещается. Этот водитель нас из аэропорта забирал, еще возил. Ну, вот вы видели в предыдущих днях, может, в влоге, машина, на которой мы ездили. Она, конечно, вообще не такая. Но зато мы там все вместе помещались, и сегодня решили поездить на разных тачках. Так что сейчас они усядутся. Да, вот это танк. Клёво. А наша когда приедет? За это самый лучший организатор в мире. Ну вот, все, они уезжают. Да, надеюсь, не потеряемся. Да не потеряемся. Телефоны включим, если что, позвоним друг другу. Анют, ты там как? Все, ракушку ешь? А? Кукель. Какая ты девочка сладенькая. Мама тебя скушает. Неполно? Короче, мне кажется, я очень классно нарядилась для старого города. В таких штанах прям то, что нужно. Ветер, правда? Вот это не кайф. И что ты? Уже? Как так быстро? Типа тут уже машина стоит, которую Слава закупала. Как это возможно? Кажись, у нас будет обычная машина. Ну вот. Ну и ладно. Как же мне нравится отпуск. Мы, походу, сели не туда. В смысле не туда? Слава говорит, мы не туда сели. Реально? You are not Яндекс такси, yes? We booking такси, yes. Oh my god. Я там не было таких больше, никаких больших. Я увидел лицо чувака в машине, он такой же. Я увидел чувака в машине лицо, я поэтому и не сверил номера. Анють, смотри в окошко и улыбайся, мое солнышко. Или на папу смотри и улыбайся, папе. Да, тут, конечно, здания вот эти вообще шикардос. Мы тут обсуждали, какие у них у всех машины чистые. Ну, конечно, погода-то норм. Не то, что у нас. Ребят, напишите в комментариях, хотели бы вы иметь апартаменты в Дубае, например. Честно, иметь квартиру где-то за границей такое себе дело. Потому что ты, во-первых, привязываешься к стране. Плюс за ней же нужно следить, ухаживать и... Типа покупать апартаменты для того, чтобы кому-то сдавать, ну такое себе. Ты же вроде покупаешь, чтобы самому там классно жить, а свой дом не хочется чужим людям сдавать. Я бы не хотела. Как прошел наш отпуск с ребенком? Замечательно. Слава богу, вообще все супер. Если говорить по поводу типа родителей, то, что мы их взяли с собой. Мы их взяли с собой не для того, чтобы они нам помогали с ребенком. На самом деле, этот отпуск еще раз показал нам со Славой то, что мы отлично сами справляемся с нашим ребенком. Будь правду говорить, мама.
Вот, конечно, родители нам помогают с Аней, но в каких вопросах помогают? Ну вот вчера мы сказали, типа, погуляйте с Анюткой, а мы со Славой вдвоем тусовались, гуляли. Ну что еще? Занимают нам лежаки, ну это просто как бы помощь. Сидят с коляской, пока мы вдвоем ходим, еду набираем. Ну мы бы со Славой вдвоем могли, ну, по очереди ходить, или с коляской даже. Ну, короче... Так-то мы и сами. Мы сами отлично справляемся с ребенком, но, конечно, когда есть кто-то родной, близкий, кто может тебе еще помочь, это, конечно, тоже плюс. Вот. Поэтому... Все какие-то сложности, типа колик, зубки и так далее, мы со Славой и с Анюткой проживаем втроем и помощи никогда не просим в этих моментах, потому что, ну, типа, не знаю, мне кажется, не то что странно, а что просить даже, не знаю, какую помощь в этом вопросе просить. Мои зубки, любимые. Мы не взяли, да, и ничего? Мне кажется, я взяла Мазюку. Только она ей не очень-то нужна. Да сейчас все хорошо будет. У нас здесь печеньки с собой, если что. Чтобы на зубы себе чесала. Да, мой зайчик. Да, конечно, когда у малыша обострение зубов, еще что-то такое не очень-то прикольно, вот эти все гулянки. Но это надолго все равно, пока эти все зубы вылезут. Что теперь, не путешествовать? Красавица мамина и папина. Короче, в любом случае, во-первых, мне понравился отдых с ребенком, а во-вторых, мне понравилось отдых с родителями. Потому что это классные воспоминания, общие, совместные. Это большая классная компания, мы никогда так не отдыхали. Не, ну как бы мы ездили на море, там я ездила с родителями, понятно, когда нас много человек. Ну не так много, как в этой поездке, конечно, но все равно. Широтон, да, они такие типа городские, да, больше? Иногда приходится не включать мультики. Хотя вот, например, Слава против мультиков максимально. И мы с ним даже из-за этого пару раз, ну, не ругались. Ну, типа, знаете, я же хочу успеть какие-то дела дома сделать. Ну, отдохнуть про это уж я не говорю. Ну, просто то все 5-10. И понятно, что ребенка иногда надо чем-то увлечь хотя бы минут на 10-15. Да элементарно сходить в туалет, в душ. Поэтому, когда Анютка капризничает, приходится, конечно, включать ей мультфильмы. Что игрушки, как игрушки, особо прям не увлекают надолго. Вот когда мы гуляем, ей прикольно смотреть по сторонам, особенно мы гуляем в прикольных, интересных местах. И, понятно, там никакие мультики не нужны. Моя рекомендация по поводу того, когда ехать с ребенком путешествовать, когда уже вы вводите какой-то прикорм, прикольно, потому что можно дать какие-то... Можно ребенку дать какие-то снеки, ну, которые разрешено. И это тоже отвлекает малыша и увлекает на время, конечно. Наверное, раньше полугода я бы не поехала, не знаю. Мы сегодня видели такую картину. Видели, как какая-то семья, не знаю откуда они, ну точно не русские, понятное дело. Девушка, мужчина, видно, что молодые такие тоже, типа, ну, может, для инсты там ролики какие-то снимали, не знаю, рилсы модненькие, поняли? Такие, короче, типа модная семейка. Плавали в бассейне с очень маленьким малышом. Ребенку, наверное, вообще месяц, если не меньше. Ну, то есть прям вообще младенец. И у них этот ребенок, я пришла просто, они там плавали, где моя мама с отчимом и братом тусовались. У бассейна. И мама говорит, полчаса этого ребенка катают в кругу. Не хочет он смотреть мультики. Полчаса ребенка бедного катали в кругу на воде. Не доставали. Тебе дует? Не, нам не дует отсюда. Бедный ребенок, мама говорит, там орал. Короче, трэш полнейший. Они его в итоге так и не доставали из воды. Зато контент снимали, да. И в итоге... Аня. И в итоге ему в бассейн прям бутылочку с молоком, там, не знаю, с чем, мама говорит, дали. И он все равно бедненький орал. Ну, прям вот я сама подошла, я видела, у него очень-очень маленькие ножки. Ну, то есть к тому, что видно, что очень маленький ребенок. У Нютки-то вон уже какие лапы. Покажи свои лапы.
Ими можно в нокаут отправить. Вдыщ, вдыщ, вдыщ. Ролик с башни. Я не вижу. Тут ролик стал. А. Смотри в окно, ты посмотри, как интересно, ёшки-матрёшки. Зачем эти мультики вонючие? Нифига он скачет на Анютку, на меня, на Анютку, на меня. Следит за лицом. Короче, вот, и это такое. Мы тоже такая молодая семья, хотим там фоткаться классно и так далее, но не в ущерб нашему ребенку. Ужас, ужас. И это вот к тому, что все равно, типа, совсем с маленьким ребенком тоже, ну, не знаю. Хотя некоторые говорят, что чем ребенок младше, тем в путешествии проще, потому что он больше спит, взлетаешь, спит. Так может не капризничать, мое солнышко. Мамочка, давай тебя. Спим. Почему глазки такие слезные? Ты тоже хочешь потрогать? Анечка, мы в пробку попали, поэтому такая вот засада. Ребята, мы приехали. Не надо тебе этого. И как мы приехали, сразу после нас приехали наши родители. Вон на той крутой трачке. Короче, пока что могу сказать, очень старый город и очень красивый. Смотрите, как здесь здорово. Уже хочу везде фоткаться. Очень красиво. Смотрите, как здорово тут, ребята. Так, показываю вам, какая здесь классная атмосфера. О боже, какое красивое кафе. Какое здесь все старое, девочки. Да, какая красивая, посмотри. Да, здесь везде можно походить. Вообще не хочет, что-нибудь воды. Воды, воды. Плиз. Слава переливает Агушу, Анюточки. Это прям как реклама Агуша. Какой у тебя классный лук для этого города. Я как местный. Только кроссовки тебя а выдают. Что, даю, да? Да-да-да. Вон она уже ротик открывает. Ты моя радость. Папина деточка. Да, мусорку не видно. Мы еще тут и половины не обошли. Мы не 5%, мы все на одном месте топимся. Интересно, насколько большой этот старый город? Мне кажется, он не сильно-то большой, да? Просто мы на одном месте топимся. Ну понятно, что мы на одном месте топчемся. Сейчас Анюта Агушу съест и пусть спит. Мы тут уже успели пофоткаться с Аней, без Ани. А то она уснет, а нам-то хочется с ней, она тоже нарядная у нас. Надо ей дать в руки и разложить, пусть сидит и сама кушает. Вот сижу и думаю, пить сегодня винца, не пить. Анютка такая хитрая стала, Агушу полюбила. Не то чтобы она от друзей отказывается, но иногда бывает такое, знаете. Типа я ей предлагаю, она такая... Ну, по сути, уже несколько прям кормлений, если не три даже в день, мы заменяем чем-то другим. Ну, то есть там смесью вот этой кисломолочной, творожки ей даем, каши делаем детские. Туалет? Интересно, тут вообще есть комната мама ребенка? Буду смотреть дома влоги отсюда и скучать. Как же классно я тут сидела в теплой погоде. Рядом со своими любимыми. Так и хочется прохладительный напиток. Мне так понравилось отдыхать, ребят. Я даже не знала, что мне так это нравится. Мы не ездили в отпуск 2.5 года. И все это время мы находились в Москве, в зиме, в работе, на даче, в уборке, в стройке, в слякоти. Короче, все могу назвать, кроме отдыха. И мне тут так хорошо. Это далеко убирать не будем, она еще не допила, будем предлагать еще. Короче, мы сходили тут в Starbucks, вон там пофоткались. Посмотрите, как красиво, такая атмосфера классная, мне нравится. Ты моя рыбонька, будешь вот этого? Надо ей игрушечку какую-нибудь купить классную, да? Угу. Выпустите меня на волю, выпустите меня на волю, я хочу гулять. Ну как тут? Давай вот этот что-то носишь. Платочки. Платочки. Платочки? Смотрите, какой ассортимент. Девочки, мамочки.
Мама дорогая. Unbelievable. Да, ну как? Мы купили подарки. Это важно. А, подарки? Да. Подарки это да. Ради подарков все понятно. А мне вот такая вот. Вот, не хочешь такую песцовую? Угу. Туалет, короче, снимают кино. Да, я сходила, вообще не проблема. Я зашла в наглую. И снялась в кино. Нет, я не снялась в кино. Буквально для фоток парочка локаций, ну даже как локаций, просто вот эти стены, типа под старину. Ну да, где-то сесть, типа в кафе сидишь. Но это вот все в самом начале, когда только приезжаете, вот там пофоткался, а дальше просто вот рынок, реально. Мне вон та лягушка нравится. Вот это улетное. Все такое, знаете, типа антиквариант. Один антиквариант у меня появился. Блин, ну конечно клево на такое посмотреть. Монетки. Да, красиво очень, реально. И стул какой прикольный. В общем, тут просто девочки. Мое каждое включение во влог, это тут так красиво. Но тут реально красиво, посмотрите. Ну что, мам, вы что-нибудь купили? Нет? Мы купили какую-то сумочку, какие-то магнитики, что-то. Ну такое сувенирное. Да, подарки. Ой, шляпы. Моя сладость. Да, шляпы тут очень красивые. Ну их везде можно так. Ой, смотри, какие голубенькие, синенькие. Вообще да. Есть. Красиво. Пойдем. Как же мне нравится эта камера, девчонки. Это DJI Osmo Pocket 3. Она мне очень нравится, потому что здесь даже можно приблизить, чтобы снимал не фишаем, а как раньше вот моя камера снимала. Видите, вот сейчас не фишай же. Я могу найти своего мужа с ребенком по вот этим крикам. Ой, смешно. На самом деле у нас Анютка не такая крикунья. Но сегодня у нее такое настроение. Я думаю, что она просто так же, как ее мамочка, восхищается красотой здешней. Ой, да, у него глаза как будто бы... Очень страшно, мамочка. Мы бросили наших родичей, потому что хотим сюда выйти. Как красиво, ребята. Мне тут очень нравится. Короче, если будете в Дубае, обязательно сюда приедьте. Реально очень красивая локация. Ну, в смысле, тут и пошопиться чем-то там прикольно. И просто красиво. А еще здесь есть прогулка на катере, на яхте. Я вот думаю, может быть, нам тоже все-таки. Ой, какая красота. Девочки, мамочки, дорогие мои родненькие. Это лодочная станция. Здесь погружаются, здесь билеты купить можно. В общем, мы уже нагулялись, устали тут. Возьмем по коктейльчику в Starbucks и домой. Все это время Анютка, кстати, не спала, что-то не хотела. Ей тут тоже так понравилось, что ей не спалось. Так, ребята, мы уже приехали в наш отель. Не, я сюда не буду заходить. Сначала вот он. Короче, приехали мы в отель. Что он так долго идет? И сейчас собираемся на... О, ну! Зай, долго ты будешь идти там? Ну, сколько, как. Короче, сейчас пойдем на ужин. У нас такая красота. Не помню, показывала вам на блог или нет, но сейчас все покажу. Так я не поняла, она не поела их, получается, да? Получается, ты голодный будешь? Короче, Анютка по вечерам не хочет кушать меня. Не знаю почему. Днем, ночью нормально, а вот вечером... Вот так внутри, а мы там на улице сидим. Сейчас покажу вам, как там красиво. Трудно землю рыть лопатой. За
Заодно посмотрим сейчас, какая там погода на улице. В общем, что-то нам сказали, что якобы здесь нельзя будет сегодня посидеть или до 9 часов, но я хочу вам показать просто саму атмосферу. И вообще, мне кажется, сегодня здесь очень много людей. Короче, здесь везде еда. Мне кажется, что я обычно больше всех беру еды. Вот так вот ходишь, такое открываешь, набираешь всяких вкусняшек. Thank you. Помоги. Милая. Ну, короче, тут везде очень много вкусной еды, картошечка фри. Сейчас бы картошечку фри есть, да? Но она правда вкусная. Вот эти вот наггетсы какие-то тоже прикольные. О, можно Анютке дать. Хоть что-то для Анютки. Тут мороженое классное турецкое. Вот такие красивые украшенные столы. Мы попали в этот отель, и вообще, в принципе, в Дубай, Рамадан. Так что нам, можно сказать, повезло. Тут сладости, всякие макароны, наверное, с другой стороны, восточные. Ну, короче, прям объедение. А еще я смотрю, что очень много новых людей заехало. Морепродукты какие-то есть. Но хочу сказать, что вот такая вот туса джуса, наверное, день третий. До этого тут такого не было. Только внутри еда была. И выбор поменьше как будто был. Но все равно тоже много всяких вкусностей. И вот такие вот красивые столы. Ой. Короче, классно. Но мы вот обычно там сидим. Около окна, но там сегодня, я смотрю, занято, поэтому мы уже там не сядем. Будем сидеть, значит, внутри. Грустно, но что поделать. И вот так вот я иду обратно. И сейчас будем собирать еду. Покажи зубы. Там, где дискотека, там есть еда. До 2 часов ночи. Помнишь, мы туда ходили, было закрыто. Короче, заканчиваю на этом влог. Надеюсь, что он получился интересный, классный. Завтра буду тоже снимать, последний день тоже, так что ждите. What?